Всем привет! Уже через неделю вы сможете посмотреть мини-сериал «На двоих не делится». В нем Лида и Маша – Сойкины родные сестры. Но, как это часто бывает, совершенно разные по характеру. Боевая и самостоятельная Лида замужем воспитывает дочь Варю и владеет швейным предприятием. А у скромной Маши ни работы, ни семьи, только кредиты и беспутный любовник Вадим. Шантажируя Машу разрывом отношений, Вадим втягивает ее в криминал. Они похищают Варю в расчете на выкуп от богатенькой Лиды. Похищение ребенка вскрывает клубок семейных тайн, который начинает развязываться драматично и непредсказуемо, обнажая неприглядную при этом истину.